Месак Манушян родился в Западной Армении в 1906 году. Во время геноцида его отец был убит турками, а мать вскоре умерла от голода. Месак вместе со своим братом Карапетом пешком добрались до Сирии, бывшей тогда под контролем французов по мандату Лиги Наций. В 1934 году вступил во французскую коммунистическую партию. Вместе с женой Мелине Манушян участвовал во французском сопротивлении против фашистских захватчиков, будучи активистом армянской секции боевой группы «Иммигрантская рабочая сила». С августа 1943 года группа партизан под командованием Манушяна совершила почти 30 успешных нападений на немецких оккупантов. Утром 16 ноября 1943 года Месак Манушян был арестован. По подозрению в связях с его группой всего было арестовано 68 человек. Спустя три месяца после пыток 21 февраля 1944 года Манушян вместе со своими боевыми товарищами был расстрелян в возрасте 37 лет.